Буквально недавно я мог сказать, что СВТ одна из лучших формила. Цена на оружие низкая, отдача приемлемая и плюсом просто охренительный урон. У оружия только два недостатка, это хреновенькая эргономика и отсутствие какого-либо моддинга, то есть ни прицел не поставить, ни глушитель. Вепрь мог бы быть хорошей альтернативой, однако его отдача на фоне остальных была просто ущербна. Но вот случилось, ее снизили почти что в 2 раза. Сравнивая напрямую характеристики, у вепря совсем чуточку хуже отдача и намного лучше эргономика. Чтобы вы понимали разницу, вот так прицеливается СВТ, а вот так вепрь. Также вепрь лишен остальных минусов. Можно поставить прицел, который нравится, а также при желании даже глушитель. Однако цена на него просто космическая, поэтому не вижу смысла. Что еще более забавно, вепрь в 2 раза дешевле, нежели СВТ. Для наглядности, вот так стреляет данное оружие. По центральной мишени не составляет трудности быстро попадать. И даже самого хренового патрона М80 будет достаточно, чтобы победить врага в 5-м классе за несколько выстрелов. Однако все же есть камень преткновения. Даже тот же М80 доступен только на короне миротворца. И если вы не докачались, играть придется на БПЗ, а это полный кал. Ведь тот же броник убивать будет намного дольше. Опять напоминаю про бусти, регионы для фарма, куча контента, низкие цены. Я очень рад, что БСГ действительно налаживают баланс в игре, и бесполезные пушки в конце концов становятся хотя бы юзабельными. Из бесполезного оружия остался только АК-105. Ну что ж, ждем, пока его бафнут. На этом видео заканчивается, спасибо, что досмотрел до конца. Увидимся в следующий раз, удачи!